Если вам нужно имидж улучшить и навести красоту во рту, вам в эксподенте доктор Кислица мигом исполнит мечту. Он вам за сутки сделает зубки и наведет красоту. Будьте уверены, ваша улыбка будет сиять за версту. И вопрос был какой-то. Проблемы с зубами уже много-много лет существуют. И подошел вот такой край, когда мы поняли, что надо что-то кардинально менять во рту. И мы стали с мужем усиленно искать в интернете все клиники по имплантации. В какой-то один момент мы напали на Эспадент. Мы прочитали послужной список их, прочитали всех врачей. Как только появилась возможность, так мы, значит, это самое, даже ни дня не думали, исполнили это мероприятие. Операция длилась, наверное, где-то часа 4-5, потому что делали обе челюсти, верхнюю и нижнюю. Так легко перенесла, совершенно без боли. И когда вышла, даже смогла нормально разговаривать. Операция длилась, на мой взгляд, больше 4 часов, поскольку пришлось удалять несколько зубов. Естественно, процедура удаления достаточно сложная операция. Я готовилась вообще к такому страшному экзекуции. Ну, все прекрасно. У меня просто вообще нет ни одного замечания, ни одного, ничего не болело. После где-то день на второй, на третий чуть-чуть боли ощущались. Были болевые ощущения, но доктор дал методику, лекарства, и мы с женой друг другу кололи уколы, боль снималась, и все было терпимо. Значит, первое время, конечно, во время еды зубы щелкали, потому что все дистанции стали другие, и надо было привыкать. Язык начинает привыкать. Раньше ему там было свободно, где хотел, там и лежал. Сейчас ему иногда достается. Как говорится, театр начинается с вешалки. И вот как только сюда я вошла, ресепшн подошла, увидела эти прекрасное улыбчивое лицо девушки, которая предложила чай и кофе, я поняла, что я попала туда, куда надо. Хотя до этого я уже много про них прочитала. А доктор Николай Семенович вообще просто очаровал. Вот вошла, села к нему в кресло, он заговорил, и этот голос прекрасный, убаюкивающий, нежный, которому не страшно абсолютно идти на операцию. Одно восторженное такое отношение к их работе, к самим людям замечательным. Замечательный народ, замечательные специалисты, добрые, отзывчивые люди. Ну вот результат. И я сделала, и муж сделал, и прекрасный результат. Мы вернулись к тому состоянию, в котором были очень давно, когда-то. Когда был полный рот зубов, когда была улыбка до ушей, работа с этими протезами, которые мы носили, оно изменяет и мимику, даже форму лица. Вот сейчас как бы восстановилась та форма лица, которая была раньше. И она нам нравится, Станечка. Вы приехали, сын сразу сказал, ну-ка, улыбнись. Ну, ты, говорит, красотка. Первая реакция была, покажи. Показали. И все отметили, что красиво очень. Порадовались за нас, что мы к нашей золотой свадьбе так резко улучшили свой имидж свадебный. Я теперь во весь рот улыбаюсь и не стесняюсь, и чувствую себя очень уверенно. Я бы не сказал, что я чувствую себя более уверенно, потому что как-то чувство уверенности меня не покидало никогда по жизни. Но сейчас, конечно, качество жизни стало лучше. У меня только одни плюсы, плюсы, плюсы и плюсы. Я пропустил женщину вперед, как положено. Вот она мужественная женщина и даже перенесла все лучше, чем я. Вы знаете, вот у меня был такой боевой настрой. Вот просто, не знаю, я прям, ну, настроила. И поэтому сказала, я иду первая, я пройду это первое, чтобы мне потом уже не бояться и ничего.
она стала еще более красивой. Я вам точно скажу. Это даже без разговоров. Джина Лабриджина. Мы очень благодарны всей клинике. И особенно большое спасибо Николаю Семеновичу за его руки, за его отношения, за его профессионализм и за его любовь к пациенту. Результат меня удовлетворил. И чем дальше по времени уходит тот день, когда я делал операцию, тем лучше и лучше. Сейчас, когда перестану кусать язык, будет вообще хорошо. Я посоветовала вам. Ищите в интернете эту клинику «Эспадент» и смело ступайте и делайте, приводите свой ротик в порядок.